Ой, други, полезла я наверх. Никогда вот такие саморезы, вот такими шляпками никогда не прикручивала. Обычно звездочкой прикручивала, такие ни разу. Решила вначале сверху набью, а края оставлю. Потом это край приподниму и снизу уже там отрежу, там удобнее будет отрезать. А то здесь неудобно. Я так думаю. Поехала я. Получается закручивать. Ой, узко сделала. Ой. Ой. Там, друзья, вот так здесь же прикрепляю, а здесь резона нет прикреплять такими. Я думаю, пока пристрелю степлером, а потом, возможно, у меня там две рейки осталось. Одну сюда прибью и одну понизу. О, голова. А, вообще-то нет, сейчас степлером не буду. Сразу это... бруском прикрепил. А? Как она? А вы думали, халям-балям, что ли? Блин. Решила потом рейку здесь прибить. А я-то вот на эти вот прибиваю эти. Надо вот сюда переместить, чтобы сюда рейка поместилась. Сейчас буду откручивать. Блин.
Еще не все, блин. Некоторые не подходят. Или краски много, или хрен его знает. Что показать вам? Как там наверху? А наверху так получается. Вот, видите? Я хочу вот потом здесь рейку прибить в длину. Вот по этой. А эти поэтому чуть ниже спустила. Вот один ряд, второй ряд. Мне кажется, хватит. Третий ряд, четыре ряд. А вот этот где вы? А вот отсюда я уже нижние под этот засуну. И уже вот там по этому краю буду пристреливать. Оттуда. Други, вот эта лишняя часть осталась. Видите, как кривенько. Здесь вот столько, а здесь столько. Без косяков не обошлось. Вот. Вам не видно? Вот. Не хватило край. Вот, наверное, раз, два, третий тоже захватить нужно. Придется огород городить. Отсюда отрезать. И сюда пустить сверху. Вот. Сейчас я с той стороны выйду. Ну вот, вот так вышло. И из этой части, может, пока не буду отрезать, сейчас вот эту часть прикреплю. Здесь останется. Я хотела вот этот кусочек, половина, 50 сантиметров на дверь пустить. Ну и хватит. И туда косяк закрыть дырку, хватит. И на дверь мне даже хватит. Вот.
Ой, капец. Лето еще началось, комары меня покусали. Фух. Ну все, други, закончила я. Сейчас покажу, какой кусок отрезала. Комары съели меня. Как раз, да? На дверь хватит. Вот это, по-моему, называют жидкое стекло. Все, друзья, не везде получилось идеально, ровно, кое-где с волнами. Но как есть, так есть. Что там у вас? Комары покусали, блин. Все. Вот так. Сверху выглядит. Нахлёст, наверное, сколько я сделала? 10 сантиметров? Сейчас покажу вам. Нет, не 10 сантиметров, вот 7 сантиметров. Нахлёст. Вот это пока пускай висит, отрежу. Там я, сейчас я вам покажу. Я там пристрелила, но надо будет завтра рейку набивать. Вдоль вот так вот рейку набивать, и там за, вот на сарай зарезу, и там вот потихоньку прибивать. Так. А здесь снизу не буду рейку набивать, потому что снег будет задерживаться. Там по краю прибью, и все. Все, други, вот это потом отрежется, пока пускай висит. Все, пошла домой, меня уже сожрали. Ой, други, кайф какой. Помылась, голова вся в опилках, резала же эти. Смотрю на экран, а глаза туда смотрят почему-то. Вот так, наверное, прямо в глаза. Вот это надо мимо телефона смотреть. Поясница отламывается. Или отламывается, да? Отваливается. Блин, у меня надела тонкие-тонкие трикотажные штаны. Все ноги покусаны комарами, руки покусаны. Вот ляжки, задница вся покусана. Через трико, через трусы покусали. И сживали меня комары. Ой, пришла. Надела. Помылась. Голову помыла. Видите, лицо блестит, как новое. Носки надела. О, шерстяные. Капец, я умная, да? Носки в экран показываю. Вот. Симона покормила, он лежит. Надутая, блин. Ой, плов хотела разогреть, наверное, микроволновки сейчас тарелку наложу. Там в холодильнике огурцы, помидоры есть. Сейчас как? Покушаю? А нет, надо собак вначале покормить. Я вначале Симона покормила. Гусей покормила, закрыла, потом сейчас зашла, Симона покормила. Сейчас собаки ждут, сейчас собак надо покормить. А потом уже сама буду. Вначале животные, потом сама. Ой, друзья, думала, кончусь. Но сегодня, смотрите, сколько много работы сделал, да? Я, во-первых, у гусей помыла, вычистила все там. Там им коврик постелила. Ну вот, резиновый. Беседки убралась. Съездила за пленкой. Ну, ездили с вами. Маки посмотрели. Считайте, прибила об решетку, прибила сегодня.
между обрешетки вот эти брусочки прибивала. И потом целлофан вот этот, пленку, это жидкое стекло прибивала. Ой, капец. Вот я сегодня поработала, да? Кто молодец? Я молодец. Сам себя не похвалишь? Сейчас покушаю, наверное, пойду на поясницу что-то помажу этот. Ой. Поясница просто отламывается. Все, други, пошла. Я не буду вам показывать, что я ем. Плов. Помидоры, огурцы. Потом сейчас поставлю. Буду смотреть, кто там. Нину буду смотреть. Светлану Пряхину буду смотреть. Светлану с Гомеля уже утром смотрела. Она только ночью выложит ролик. Кого еще? Миша, вы почему не снимаете видео? Так, надо пройтись. На кого подписано? Солнце Сахалина. Надо у них посмотреть. Ой. Все, други, уже мозгов не хватает у меня. Пошла собак кормить. Всем пока, ваша Зинаш.